Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение игры Deus Ex Mankind Divided. Так, и я тут кое-куда пролез. Просто зашел в лифт и добрался до третьего этажа, как мне и надо было. Но я не знаю, что тут будет вообще на этом третьем этаже. Так, и поэтому сейчас начнем потихоньку вырубать охрану. Стоп. На чем у меня сейчас глушитель стоит? Мне надо с глушителя вынести одного из этих. У меня, походу, модифицировать глушителя вообще ни на чем нету. Да. Да, установить. И никто этого не видел. Все. Так, у этого чмордея ничего нету. Ключ-карта. Кредиты, блок какой-то, управление. Так, он здесь типа инженер. Еще какая-то фигня для продажи. Так, пока что хлам. Так, у меня в принципе есть ключ-карта для подъема. О, кредиты. Еще всякие классные ресурсики. Болты, супер, вообще супер. О, еще болты. Клеточная батарея. О, да. Это типа сервера ихнего. А, стоп, тут мы все обыскали. Так, вот тут еще этот чип. Здесь болты, еще один чип. Так. Ну, слушайте, у них тут прям есть чем поживиться. Но минус всего этого... Ой, вот это, да. Так, там два охранника. Давайте их попробуем вынести. Подтверждаю. Возвращайтесь. Так, они меня не заметили. А здесь камера. Ну, мы видим, где камера палит, а где нет. Чисто. Подтвердите. Ё-моё. Блин, вот это жесть. Нет, это реально жесть. Так, стоп. Надо выйти. О, да. Мы, конечно, налажали уже. Так, надо прям срочно. Сервера, все остальное. Так, стоять. Мы остановили взлом, я надеюсь. Так, червей, стоп, червей больше нету. Перехожу на новый участок. Подтвердите. Давай, 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 давай. Разрешу. Так. Все, мы в офисе. Так, как тут его закрыть-то, блин? Ладно, фиг с ним. Давайте поищем, что тут есть. Так, вот это, наверное, взламывать надо. У нас червей, стоп, червей нету. Бухлишка. Если что, я сейчас просто возьму и башку ему прострелю. Так. О! Результат анализа питьевой воды. Какой-то изучили. О! И выполнили задание. Нифига себе. Достижений кучу. Прошли незамеченными и все такое. Так. Это что? Пока что их риторика и насильственные диалога с обеих сторон. Так, есть тут... О, еще винишка. Так, здесь пусто. Это как новости. Новости нам не нужны. Вот что он делает? Ладно, это фигня какая-то. Так, это ноутбук. Но я взламывать его не хочу, потому что нам его не надо. Нам теперь надо отсюда свалить как-то. По-тихому. Сейчас. Перехожу на новый участок. Подтвердите. Ой, я уже думал, у меня камера запалила. Так, спускаемся вниз. Ай, палим. Нас палят. Так, ну да ладно. Мы сейчас сможем спокойно пройти, когда он отвернется. Да. И даже еще
в наглую обворуем их. На стоп червя и на данные. Я что-то видел. Сейчас. Ничего ты не видел. Все, по-тихому. Разобрались по-тихому. Нас даже не спалили. Так, есть тут что-нибудь еще? Может, тут людей валим пачками? Так, затемним. Ага, нам вовнутрь. Стоп, нам внутрь идти надо? Нет, нам на 8 уровень надо. Ну да, 47 метров. Нам надо... Ага, 38 метров. А где камера-то? Ее, походу, тут нету. Так, мы в туалете. И мы не можем проломить дверь, вот эту вот фигню, чтобы попасть внутрь. Так, нам надо этажом ниже. Так, это серверная, где мы тут чувака застрелили. Кстати, мы шкафчик один забыли облутать. Так. Все, нам надо отсюда валить. Так, H. И нам надо на уровень 8. Блин, слушайте, мы слишком... Откуда такой шум? Это типа чувак здесь? Так, H. Чувак, все нормально. О, черт, меня запалили. Ладно. Не страшно. Не страшно, реально. Гранату взорвем. А чё с дроном-то? А чё он не взорвался до сих пор? Наконец-то. Мне просто надоело уже вот это вот все. Там вот стреляют отовсюду. Ну и пусть стреляют. Так, мы пока облутаем тут все, что можно. Так, стимулятор, Так, там ничего нету, там тоже. Они нас потеряли, что ли? Понятно. Так, нам надо в хранилище. Нет, нам надо не в хранилище, а нам надо дальше. 35 уровень. Затемним все. Давайте усыпим вот этого дядьку. Так. Вот, ключ-карту получили. Кредиты. Еще. Да я знаю, что это. Что вы мне показываете? Еще кредиты, еще кредиты. Деньги нам сейчас нужны. Только отсюда выйти никуда нельзя. Там турель, что ли? Или это...
помещение маленькое. О, мы в безопасной зоне. Так, здесь ни черта нету, кроме спуска вниз. Но нам вроде вниз-то не надо. Так, это какая-то серверная... О! Так, данные, ключ карты. Понятно. Ой-ой-ой. Стоп-стоп-стоп. Нас палит. Нас какая-то... А, камера нас палит. Так, ладно. Сейчас она перестанет сюда палить, и мы обойдем ее. А мы ее хрен обойдем, да? Да, вот мы ее и обошли. Так, нам надо... Ух, нам надо... Мы вообще не сюда пришли. Нам вообще сюда не надо. Блин, вот как нам туда попасть, а? Беспалевно. А, нас уже перестанут искать скоро. Это хорошо, конечно, но мы прям... А, сброс. 10 очков дали. Так, нам вот-вот... Нам прям вот сюда. 45 метров осталось. Так, стоп. Там камера палит все время на него, да? Что я слышу? Да ничего ты не слышишь. Фух. Слава богу. Давайте валим отсюда. Так. Нам теперь еще 200 метров бежать. Ага. Больно. Жесть. Как больно. Больно? В тебя еще не стреляли. Ты не знаешь, что такое боль. Так, давайте. Не, вскрывать при мусорах мы не будем, конечно. Продержаться бы это. Опа. Данные. Так. Магазин автозапчастей. Интересно, интересно. О, люк. Побежали. Куда интересно. Мы в этот люк, нам поможет пройти. Так. Странно. Ну, давайте. Готово. Давай, давай, залазь, залазь, залазь. Вот дичь-то какая, а. Так, давайте быстрее, ну, поднимайся, спустим его. Я думал, я забыл, что там кнопка сверху есть. О, клево, там какие-то интересные истории даже есть. Ладно, пошли. Паркур это не мое. Слушайся, Пик такие новости не пускает. У меня мин, куча всего вообще, жесть. Так, это офисное здание. Кто это дерьмо слушает? Ага, взломать это нельзя. Стоп, а тут что? Я... Нет, это мусор один. Я думал, там ящик какой-нибудь будет. Но нет, это один мусор. Так, 70 метров. Тут что? Опять. Нет, не будем мы взламывать ничего. А, мы возвращаемся обратно. В эту, в газетенку вонючую. Дробовик, конечно, в принципе, да говно дробовик, если честно. Так, у нас просто патроны кончились, походу, да? На автомате. Нет, патроны есть. Уберем по... О, я себе задницу поджарил. Так, все, мы пришли. Ну как, ты что-нибудь принес? Вы спрашиваете, отдать улики. Похоже, я нашел для вас кое-что подходящее. Я весь внимание. Вот, Пик прекрасно знал о химическом загрязнении проточной воды. Своих они предупредили, но простым людям сообщать не стали. Узнаю. Лучше поставят под угрозу здоровье людей, чем существующий порядок. Это отлично, это очень хорошо. Мудаки, конечно. А еще? Нет, это все. Спасибо, мой друг, этого более чем достаточно. Так, кости уже вовсю печатают. Мы собрали все, что у нас есть. Даже уже подготовили предварительный вариант текста.
Надеюсь, благодаря тебе сейчас все сложится воедино. На этом все? Почти. Осталось сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Ты должен взломать один информационный сервер. Это последнее, что нужно сделать, и ты свободен. И тогда вы оставите Прагу Давос в покое. Блин. Так, ладно, давайте выполним их задание по-быстрому. Я надеюсь, что по-быстрому. Потому что в предыдущий раз мы прям... Я долго мучился. Ты здесь? У тебя какие-то новости? И думал, я разобрался с самоздатом. Не волнуйся, в ближайшее время они о нас не напишут. Ха, тогда я все отменяю. Как тебе это удалось? Мы с ними все обсудили. Они нам больше не угрожают. Обсудили? С психами-заговорщиками? Я знаю, что делаю. Ладно, так. А, люк закрыт. А, да я же его закрыл. 107 метров. Погнали. Не хватает проблем. Мин, ты вообще ничего не делал, когда в тачке лазишь? Странно. Так, там какой-то сервер надо будет взломать сейчас. А сервер находится вот на этой крыше. А вот и вентиляция. От такого мне не защитить. А как нам попасть на крышу? А, тут все просто. Это мы активируем за батареей. То есть у нас из-за этого тратится батарея, да? Ага, все понятно. Надо потом будет на черный рынок сбегать и сбагрить все бухло. Как-никак, деньги. Патронов купить себе побольше. Так, надо еще посмотреть, сможем ли мы взломать этот. Охренеть, какой сервер! Охо-хо. А, ладно. Да, спокойно. Доступ разрешен. Продолжить. Так, удалить. Включить, удалить контроль, поднять сетевую тревогу. Конец паники. О! Кто это? И откуда у тебя мой номер? Я сделаю, что ты просил. У самоздата не будет проблем с распространением правды. Помнишь наш разговор? Помню, помню, как же. Я не лезу в ваши секретные игры и не трогаю ваших импортеров. Заметано. Осторожнее. Если Пик еще не начал на вас охоту, то сейчас уж точно ждать не будет. Не волнуйтесь. Главное, не забывайте, кто тут хороший. Ну ладно, ладно, не забудем. А, вот что паника дает. Так. И у нас выполнены заданьки. Давайте какое-нибудь другое задание возьмем. Вот. Главная, основная суть. Это у нас что, кстати? Встретиться с Вегой в клинике протезов. Всего 120 метров. Да, я видел ее, эту клинику протезов, когда пробегал мимо. Я, конечно, надеюсь на что-то интересное. Да, блин, опять что ли? А, нет. Я уж думал, опять туда побежим. И наркотиков уже хватало, а теперь... Во. Ладно, не будем пока ничего воровать. Но вот в эту клинику зайдем. Клиент, да? Привет, дядь. Что тебе нужно? 5 гипоксимов. Я возьму гипостин. А, гипостин. Доктор. Ага, да. Так, докторишка. Михаил. Уйти. Так, стоять. Аптечка. Пустые аптечки. Так, что тут есть что-нибудь интересненькое, чем поживиться можно? Закрытая дверь, хлам я не буду взламывать. Я просто вот это вот открою. Ой-ой-ой, газ, понятно. Так, стоп. Во-первых, у нас очко одно есть для прокачки. Так, это что? Усиливает рефлексы?
Нет, пока не будем с усилением рефлексов. Нам нужны способности какие-нибудь. Так, 2 из 6. Это что? А, гранаты. Так. Это мы видим. Хм, понятно. Это что? Увеличение дальности. А это звуковая обработка связи. А это смысл? Эта функция работает с помощью установок акустических редакторов, датчиков, вибрации и цифрового анализа, подключается к слуховым центрам мозга. Короче, фигня это. Это нам не надо. Взлом. Взлом скрытности. Скрытность снижает вероятность обнаружения при попытке взлома. Да. Так, давайте просто сейчас возьмем и закинемся каким-нибудь бухлом. Только не очень дорогим. Так, нам вот сюда. Четыре, четыре, шесть, четыре. Хм, как легко. Всегда бы так. А, ну да, мы же пароль получили. Так, тут хлам всякий. Мусор. О. Привет. Хорошо, что ты добрался. Крутая деваха. Да, Миллер дает мне свободу, но немного. Я пережил теракт. Мы оба. Господи, я иногда так ненавижу Прагу. Еще недавно город из кожи вон лез, чтобы ауги переезжали сюда. Эту клинику построили, потому что в нас видели будущее. А теперь что? Ха. Нас типа... Так, Прага. Ты ценная сотрудница. Ну ладно, это все чушь. Шрамы. Алекс, мы работаем вместе. Бла-бла-бла, это все бред, который я не хочу слушать. Давайте продолжим. Хотите, чтобы я повесил все на них? Взрывы в Праге, грабеж в Версалайв и Дубай тоже. Официально во всех 5 атаках участвовали аугментированные террористы. А, на нас хотят повесить, понятно. Согласен, дело явно плохо. Он забрал меня из Дубая, назначил на теракт на станции. Я думаю, хочет отправить меня в город Гулимов. Комплекс Утулек? Короче, понятно. Меня слить пытаются. Так, а деваха исчезла уже? Так, давайте пока. Нет. Мы все летим в город Гулимов. Летите. Поживимся. Летимся в магазине кукол Капецкого. Пилот на подлете. Там и переговорим. Понял тебя. Да, конечно, лаборатория тут у них интересненькая. Блин, я забыл. А, мой косяк, я загрузился. Я хотел сделать скриншот и загрузился. Блин. Моя маленькая ошибочка. Я забыл переставить функцию скриншота на другую кнопку. А, стоп. Секунду. Вот сюда надо. Это на мое сохранение. Я перезагрузился. А не на автосохранение. Чтобы быстро перемещаться между укрытий, дождись, когда появится значок укрытия, и нажми пробел. Улучши свой кожаный панцирь электромагнитным щитом, чтобы защищать себя от эми боеприпасов. Хм, интересно. Так, да, вот с этого момента начнем. Мы все летим в город Големов. Летите. Встретимся в магазине кукол Капецкого. Пилот на подлете. Там и переговорим. Понятно. Понимаете? Так, электронные книги. Все, давайте вылазим отсюда. В новый город летим в какой-то. Пропуска могут лишить и за меньшие проступки. О, детали найдены. 392. Еще чуть больше. Хе-хе, клево. Стоп, а мы... Да блин, почему нам все время взламывать надо? Нас сюда пригласили, а мы взламываем. А, все нормально. 4-4... А, нет, 4-4, 6-5. Нормально. Хоть не тратим. Ух ты, нифига себе. Блин, вот я бы это запечатлел. Так, секунду. Все, я поменял кнопку.
специально для скриншота. Так, облутаем пока все здесь, прежде чем нам выходить. Самолет вообще крутой. Нереально крутой самолет. Просто в здании стоит самолет. Замечательно. А лучше они, конечно, ничего сюда... Хорошо, хоть не танк запихали. Нет, танк, конечно, был поэпичнее немного. И они здесь его собирают, как я понял. Тут вот детали все различные, которые мы потом продадим. Ух ты. Блин. Проблемы. Все под контролем. Пока ждем чекана. Вы тогда расскажите мне о новой зацепке, о записи с разведкамеры. Пилота ждем, понятно. О, вот он. Серьезный подход. 500 очков опыта. Интересно, лучше бы я до топа полетал. А, это живое. Он просто нога. Какой-то хрень. О, Нига. Ну-ка, чекан. Я опоздал. Или вы рано пришли? Ты как раз вовремя. Агент Дженсен согласился, что нам нужно задержать Рукера. Быстрый захват и отход. Вроде несложно. А мы уже решили, что он виновен. Нам просто надо с ним поговорить. На наших условиях. А не когда он... Понятно. Ладно, начнем сейчас задание. Понял. Пора уже С Рукером пора разобраться. Так. Опыт готов. Начинаем. Я не буду разглагольствовать с ним. Мы просто возьмем и надерем всем задницу. Я надеюсь, это будет без тысячи смертей. Надо не забывать и чаще сохраняться. Но пока ответов нет. Никто не взял на себя ответственность. Доктор Каус Рукер, лидер КПА, опубликовал письмо, в котором он открыто осуждает теракт. Но вполне вероятно, что за взрывом стоят активисты КПА. О, не знаю, как ну хоть видно, что у меня рука на чем-то крепится. Интересный у тебя ритуал подготовки. Ты даст... Опа. Дженсен, ты там как? Не развалился? Я нормально. Как сразу же детальки, пуклишка. Так, что здесь? Здесь нет ни одного магазина. Так, давайте вот это вот так сделаем и посмотрим магазины. Слишком далеко, да? Так, тут тоже ничего нет. Блоку 237. Стоп, подождите, есть магазин. Вроде вот на этом этаже. Нет, нет, на шестом. Да, вот он, магазин. Ну уж не на самый порог. Жилой сектор должен быть впереди. А я пока на автопилот переключусь и кофе поставлю. Так, ладно. Сообщай, если будет что интересное. Погнали наверх. Блин, опять. Необходимо произвести сканирование. Ну, сканируй. Приступаю к сканированию. Полицейский дрон. Добро пожаловать в город големов, Железка. Железка? Блин, я тебе сейчас прострелю башку. Где твой робот? Он ведь улетел, я бы тебе сейчас точно башку прострелил. Так, бухлишка. Что тут еще можно есть? О! Так. Всякие клевые штуки. Патроны. Да хватит. Это чушь всякую там слушать. Сейф. Так, боеприпасы. Ой, эти болты. Болтов много. Деньги. Так, тут все. Да, тут мы все обыскали. Ладно, не будем пока пароль вводить, потому что мы его все равно не знаем, это бессмысленно. Так, тут все мы взяли. Ой, тут что-то искрит вовсю. Аптечки какие-то, лекарства. Я уверен, что если я ноутбук вскрою, там, возможно, будет информация нам нужная. Ну ладно, фиг с ним. Пойдемте. Ладно, пойдемте пока по заданию.
Так все говорят, когда попадутся. Железяка. Железка? В этом мое преступление? В угментации? Рысь, понятно. Ты хочешь тебе взирают, думают, что мы снова вы. Что еще? Что вы опять наврать мне хотите? Извините, что помешал. Я ищу Сокола, он меня ждет. Какого? Моего мужа Душана или его глупого брата Тибора? Да не важно уже. Впрочем, полиция их обоих забрала в теснины, чтобы... Посочувствовать. День был... Вам-то что? Понятно. Ладно, давайте, сейчас пойдем в какую-то хрень искать этих двух придурков. Один из этих придурков будет нужен нам специально. Блин, они уже все обшмонали. Чеканы, у нас неприятности. Нашего связного забрали в полицию. Я слышал о полицейских в Големе, Дженсен. Твоя интерполовская карточка для них не указ. Это ничего. Я ее все равно не взял. Его держат вместе под названием Теснины. Я с тобой свяжусь, когда его найду. Так. Вот тут есть что взять-то. Так. Пока пособираем все, что тут есть. Нам это все нужно. Болты особенно. Мы потом за них будем прокачивать пушки. Все какие у нас есть. О, деньги. Еще 38 кредитов. Так, тут мы все обыскали. Пошли. Нам кто-то этажом ниже. Привет. Стоять, железка. Теснины без разрешения вход. Понятно. Не, мы не будем подкупать. Они вроде меня... Проходи, ау. Железные ноги в руки пошел. Вроде эти сволочи неподкупны. Поэтому мы просто залезем в запретную зону. И, и аккуратненько здесь пройдем. Блин, я не могу попасть туда. Вон из-за того. Стоп. А че он меня палит? Ты как ты меня палишь? Нет. Стоп, кто меня палит-то? А, вон тот меня палит. Так, давайте я сохранюсь на всякий пожарный и попытаюсь пробежать. Если не проползти, если не прокатит, то... Так, 3, 2, 1. Стоп, нет. Так, этот меня запалил. Надо спрятаться. Взять ведро. И вон туда швырнуть. Так. Пройти не получилось по-тихому. Зато ствол нашли. С 10 патронами. Интересно, интересно. Слышал, тебя чуть не зарезали вчера. Я не смог. Так, тут что у нас? Давайте, может, тут получится. Да, супер, тут получается пролезть. Ой. Меня бесит твоя болтовня. Завалим мента. Вы меня тоже бесите. Вот и все. Боеприпасики для дробовичка. Так, у них здесь оружейка, кстати. Но это мне не надо. Вот, шкафчики. Так, патроны. Патроны. Салфетки, блин. Сопливые какие-то они. Патроны. Так. И мне надо посмотреть, есть ли у меня патроны для моей... Ага, снайперской винтовки патронов нету. Так, ладно. А, мусорские шмотки можем взять? Нет, не можем. Тогда просто пройдем вот в эту комнату. Смотри, эй, как... брат, осторожнее. Сегодня тут везде легавые. Я заметил. Ты есть Тибор? Да, ты опоздал, интерполовец. Знаю. Серьезный подход, призрак, ловкач. Она рассказала, что случилось. С Аделой? Она в порядке? Понятно. Так. Доискиваться. Мы наверняка можем что-то сделать. Сейчас какое-нибудь заданье мне даст. Чеканы.
Мне сообщение Миллеру. Сокол отказался от сделки. И почему? Так. Стоп. Я знаю, нам это достижение одно. Вот, легкие. Заметок дыхания скрывает в грудной полости. Активируй ее в случае затруднения дыхания. Так, активируем. Ага, два необходимо. Ладно, покупим тогда. Раз нам тут необходимо два. Он боится. Так, стоп. Дополнительно достаешь ключ, карту. Понятно. Семью. К тому же кое-что я от него все-таки получил. Он рассказал, как можно попасть на территорию КПА. Так. Будь осторожнее, Дженсен. Я бы не доверял этому засранцу. Дай знать, как будешь на месте. Так, ускорим взлом. Мы обнаружение, спам. Давай, давай, давай. Успеем ли мы? Успеем. Доступ разрешен. Я знаю, что разрешен. Замечательно. Так, и здесь можно поживиться чем-нибудь. Так, здесь, во-первых, есть люк, какой можно прошибить. И вот эту хрень, которую нельзя открыть. Супер. Стоп, у нас... А, это у нас одно достижение. Как было, так и осталось. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Я непонятно выражаюсь. Давай я тебе покажу, что за такое бывает. Ой-ой. Так, мы запалили себя. Ой, стоп, стоп. Камера. Камера. Блин. А, она по кругу светит. Понятно, нам надо вон в ту комнату. Здесь вон роботы. Так, а вот это можем дверь подкрыть? Да, можем. Аптечка с болтами. Так, и тут вроде больше ничего нету. Так. Ну, этот контейнер нам не нужен. Так, все, кто здесь спят, нам тоже не нужны. Нам нужно, чтобы нас камера не запалила. Какая разница? Старый дед или школьник? Если это Аук, то он представляет опасность. Так ведь? Так. То же самое я говорила до инцидента. Невероятно, что они взрывают наш город и еще каких-то прав требуют. Не подходи. Замечательно. Не забывай. А, это взлом. Так, тут есть что-нибудь интересненькое? Это несправедливо. Шкафчики. Я думала, что рождение ребенка станет счастливейшим днем нашей жизни. Да-да-да. Знаю. Мне тоже страшно. Так, как ты думаешь, а стоит ли заводить детей сейчас? Что же за родители? Как насчет элементарной порядки? Нет, я не говорю ни с кем. Да, как ты думаешь? Ладно. О, стоп. Смотрите, тут игрушки чьи-то. Так, может тут что-нибудь интересное есть? Не, ничего интересного нету. Пойдемте. Нам надо девайхи ну, какие-то дать. Пучку, а я у него забрал. Карту какую-то. Болты. Пивасик. А, здесь молятся на жертв теракта. Нет. Так, ладно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Стоп. Так, водичка. И забрать здесь нечего, да? Да. Так, просто включим, вдруг кого током шарахнет. Боже. Медицинская сумка с пивасиком. У тебя не все дома? Ты что, блин, вообще? Так, тут что у нас? Бараки? В бараках, кроме всякой фигни, туалет. Вообще жесть какая. Да по сравнению с нашими общагами, это вообще рай. Так, и батареи, кредиты, патроны, детальки, которые мы можем продать дорого. Так, тут пусто, тут тоже. Болты, кстати, я так и не понял, я смогу найти себе вот на... Вот это, автоматическая винтовка. Я пока на нее патрон не нашел вообще, никак. Так, у нас, кстати, инвентарь забит уже хламом всяким, но его надо продавать. Это алкоголь и все в этом духе. Так, мне надо как-то вон туда попасть.
то сам я. Мне интересно, много ли мы выручим за алкоголь? О, погодите. Не может. По крайней мере, на законах. Опа! Не тупи, ты знаешь, что происходит? Знаешь, что поставлено на карту? Это те самые ушлепки. Какой приятный сюрк. Которые, короче, торгаши. Так. Поникнуть в КПА, магазин. Посмотрим. Давай сначала с магазином разберемся. Так, начнем сразу же с продажи. Продажи вот этого. Вот этого. Стоп. Вот этого максимально. Максимум. Потом максимум. Алкоголь продадим. Ну, это дешевый. Это тоже дешевка. Это тоже почему-то дешевка. Пивасик дешевый. Патроны для револьвера. Так, пиво тоже дешевое. Это тоже дешевка. Вино должно быть дорогим. Нет, тоже дешевка. Так, это что? Электронная отмычка. Оставим ее пока одну. Так, это нам все нужно. Пистолет. Боеприпасы к пистолету. Боеприпасы к... Патроны к шоковому пистолету продадим. Стандартный патрон для пистолет-пулемета. У нас пока его нету, поэтому мы продадим. Если что, потом как-нибудь купим. Так, стандартный патрон для снайперской винтовки. Шоковые патроны продадим. Так, гранаты пока мы не пользуемся, все. Так, давайте посмотрим, что купить можно. Оружие. А, ну это у нас есть, это у нас тоже есть. Снайперская винтовка. Вот я на снайперку покоплю. Вот автоматическая винтовка, но у нас такая есть уже. Дробовик, пистолет, блин, ничего интересного. Вот снайперскую винтовку хочу себе взять, вот эту. Где тут у нас убойная сила 50-70? Нет, мы возьмем вот это, потому что у нее глушак есть. 400 надо накопить. Может, что-нибудь еще продадим просто? Давайте газовую гранату продадим. Две вот этих гранаты. Две дымовые. Одну дымовую мину. Деталю для мины. Снайперские патроны оставим. Пистолет продадим. Патроны к пистолету продадим. Так, сможем мы уже снайперку себе купить? 400 надо. Стоп, подождите, у нас... Да. Все. Так, замечательно. Так. Проникнуть в КПА. Что же именно он сказал? Короче, понятно, сейчас терочки идут, серьезный подход. Так, все, уйти. Нам надо в КПА. Ты знаешь, что происходит? Знаешь, что поставлено на карту? Так, куда нам попасть-то надо? Ага, вниз. Так, газовые баллоны. Пивасик сразу же нашли, которым мы барыжили. 20 метров вниз. Там эти контейнеры с всякой фигней находятся. Я уверен, что нам их взломать надо. Так, нам не сюда только. Ой, еще торгаш один. Если ищешь место, чтобы поссать, можешь сделать это на улице. Добрая баба. Расскажи о себе. Купить. Так, что у этой девчонки можно купить-то хоть интересного? Так, но сначала мы, само собой, продажей займемся. Продажей, продажей, продажей. Продажей вот этого пивасика. Так, а теперь пойдем... Это что такое? Бронебойные патроны мы оставим. Так, электронные отмычки, взломы. Взломы нам не нужны. Все, можем от нее отстать. Взломы нам не нужны. Да все. Все, уйти. У нее есть что взять хоть? Не, у нее даже взять нечего. Ладно, давайте пока закончим на этом. В следующей серии продолжим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока.